Прежде всего, все, кто по-крупному делал вред России, они плохо заканчивали. Вот в историю заглянешь, таких примеров масса. Что касается смерти, вот характера его смерти, ну, много свидетельств тому, что он заканчивать жизнь самоубийством не хотел. У него были и планы, и, значит, и поездки там, и встречи, и так далее. Во-вторых, нет каких-то признаков, что он готовился там. Ну, наверное, должен был одеться торжественно, чтобы там и уйти из этой жизни торжественно. По крайней мере, этого не произошло. А теперь кто заинтересован? Ну, безусловно, заинтересованы британские спецслужбы. Потому что он уже отработанный материал, он им уже не нужен, но он владеет массой данных, в том числе специальной информацией, и он пытается уехать в Россию. И вот, конечно, он здесь бы в порядке покаяния раскрыл все, что знал о Британии, может быть, даже и больше того, что знал. Поэтому он, спецслужбы Британии не заинтересованы в его возвращении в Россию. А значит, прочитывается интерес в его смерти. Но много у него недоброжелателей среди бизнеса. С кем он работал, кого он кинул, кого заказал и так далее. И вот из этой среды тоже наверняка были люди, которые желали его смерти, то есть убийства. Но когда посмотришь вот характер случившегося, это не работа спецслужб. Слишком уж явно запутано, следов много оставлено. Спецслужбы, тем более британские, работают чище. Нельзя исключать и такой вариант, что спецслужбы провоцировали вот тех, кто желал смерти, то есть ненавистников Березовского, кого он там кинул, обманул, партнеры его, там, и так далее. Они могли спровоцировать вот некие вот эти силы, чтобы они расправились с Березовским.